Друзья, всем привет! Перед вами лежит очень интересная приманочка. Это приманка фирмы Юм. В простонародье называют ослиные уши. Приманка показала себя только с лучшей стороны. По ловле судака и окуня. Судак отлично отзывается на нее в сильном коряжнике. Вот на вот эту приманку было поймано приличное количество рыбы. Судак берет ее именно на падении. А вот вторая, которая потемнее, на нее я ловил окуня. И окунь приличных размеров, скажу я вам. Замечательная приманка, но почему-то она сейчас с прилавков исчезает. Надо будет себе приобрести еще пачечку там какого-то цвета. Она сравнительно недорогая, но приманка действительно уловистая. И очень живучий сам силикон, сама резина очень живучая. Выдерживает очень много поклевок. В интернете есть много отзывов об этой приманке, об этой фирме. Поэтому могу вам смело ее рекомендовать как хорошую недорогую приманку на судака, окуня. Ну, может быть и щучка, но щучка у меня не клевала на нее. В основном окунь хороших размеров и судак в коряжнике. Всем рекомендую. Приобретайте, получайте удовольствие. Всем пока!